Смотри осторожно, а то как харкнет, мало не покажется. Я ему челюсть сломаю, зараз, двугорба. Слышь, Иваныч, а ты когда-нибудь зверьё возил? Не, бог миловал. Цань, а вдруг он в дороге заболеет, что делать будем? Пускай болеет, у нас же ветеринар с собой. Вылечит. А, ну да. А вдруг он помрет? Кто? Ветеринар? Сам ты ветеринар. Животное помрет, а на нас пишут. Он же бешеных денег стоит. Это же красная книга. Да ладно тебе, не парься, довезем как-нибудь. Ну да, с вами довезешь. Мы же не знаем, какой у него характер. Они говорят, буйные бывают. Главное, чтобы клетка выдержала. А то сгоняй его потом. Как бы он нас туда самих не загнал. Ну ладно, смех смехом. Саня, ты клетку-то проверил, выдержит? Да проверил, Иваныч, выдержит. Расслабься. Вот я боюсь, что эта тварь нам всю фуру засвет. Чего, животное оно и есть животное. Ему ж словами не скажешь. Ну вот и я о том же. Мыть-то кто будет? Угадай, только с первого раза. Иваныч, неужто ты? Не угадал. Саня, радуйся, что не слона везем. Вот, спасибо. Нашли. А ничего, Кузыч? Да это же козел. Да я про ветеринара, Иван. А, ну да. Серьезная девушка, сразу видно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Боря. В каком смысле? Ну его, Боря, а меня Света. Очень приятно. Саша, Александр. Очень приятно. Федор Иванович. Дядя Федя. Здрасте. Здрасте. Очень приятно.